Привет! За закрытыми дверьми музеев и театров жизнь продолжается, и каждый может стать частью этой жизни. Все культурные учреждения Самары и не только работают онлайн. Выставки, спектакли, концерты – все, что душе угодно. Ну а самое интересное, что планируется в ближайшее время, в нашем обзоре. Прямо сейчас? Поехали! Где живет искусство, да и есть ли у него свой дом? Начиная с сегодняшнего дня, свои частные коллекции в прямом эфире будут показывать сотрудники галереи «Виктория». Эфиры будут проходить в одной из социальных сетей, начало 18:00. Если пропустили сегодня, то записывайте ближайшие даты – 5 и 7 мая. Такую эстафету, поддерживающую режим самоизоляции, галерея планирует позже передать другим культурным учреждениям. Музей модерна продолжает одноименный курс лекций, теперь дистанционно. Образ города, архитектура, афиши, мода эпохи модерн – эта тема уже доступна на официальном канале музея в социальных сетях. Есть такая профессия – моделист. В музее Алабина продолжает рассказывать о своей внутренней жизни и раскрывать профессиональные тайны онлайн. Кроме того, в социальных сетях продолжается цикл лекций об истории искусства и виртуальные экскурсии от работников музея. В воскресенье на нашем телеканале уже традиционно театральное. 3 мая в 15:30 трансляция спектакля театра «Самарская площадь. Играем Битструпа». Спектакль «Клоунада» – лауреат всероссийских и международных фестивалей. На сцене жесты, мимика и игра теней. Без слов. Отличное настроение и праздничная атмосфера гарантированы. Оставайтесь дома, занимайте лучшие места и наслаждайтесь жизнью вместе с «Самарагиз». Трансляции других спектаклей театра «Самарская площадь» можно найти на официальной странице театра в социальных сетях. Самарская областная библиотека открывает онлайн-видеомарафон поэтов Самара «Куйбышев Самара». В социальных сетях будут появляться видео прочтения стихотворений самарских либо куйбышевских поэтов, а также своего собственного сочинения. Библиотека приняла больше 160 заявок. Просмотр золотого фонда спектаклей бесплатно на время пандемии предлагает и Большой театр России. 3 мая в 8 вечера по Самаре начнется онлайн-показ балета «Светлый ручей», музыку к которому написал Дмитрий Шостакович. На этом все. Всего вам доброго. Берегите себя, оставайтесь дома и проведите это время с близкими.